А полы знают, да? У Яны есть портативка, которая есть что? Алин? А? Говорю, у тебя есть портативка, которая весит килограмм. А то сколько ты помнишь? У вас в кармане он провалился. Ты помнишь, как стоит она 70, а потом 5 лет. Угу. Все, ноги замерзли. Вот так вот. А? Не, так пишу. Сейчас я их уберу под себя. Но я все время боюсь, что он поедет. И... Да, ты поедешь на поле. А у меня слетела трансляция. Thank you.
хочешь буду. Так. А? Ладно, я все скажу. Так, осталось найти, где мой клуб. Так. Это сторону выходит. У меня такой только. Тебе мой не нравится. Свою паненку, свою. А ты на чей провод тогда? На Янин. Не, ну это просто вопрос, без вот этого кирпичного лица. Так не, у нее, а у тебя пауэрбанк с TFC? Нет. У меня есть еще. Еще провод? Thank you.
Потихоньку попадаю вместе, попадаю. Да, 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 да,
Почему? Ой, смотри. А чё мы не играем новым демиксом? Это ближний фон. На 600 рублей дешевле. Хотя нет, нет. У нас вот есть аймарферовский хороший меч. Мы им сегодня играем. Демикс аймарферов. Афиша 4600 стоит в самом мастере. Надо бонусные баллы за 3200. Поэтому... Вот это стоит 1000 чисто тренировочных. А тот 300. Сразу смотрим фонд, да, возвращаемся. Не, я не грызу уже, мне нельзя грызть. Если вы мне его нарежете, изобразите, нельзя жестко. Да не говори вообще. Это очень дорого. Сейчас будет перерыв, я расскажу вам.
Те же самые. 20. Он обманывает. Первый гол забила черненькая, которая короткострижная. Я? Где? В Лобине. Ой, нет. Площадь Ленина. До Гомеля? Да. Красиво. Я выделила. Я просто себе беру. Я. 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 Я.
Дима, ты мешаешь. Это мой пакет. На мою? Угу. Медаль бы так и не дали за него. Татьяна все ждет какой-то медаль, а я что не иду. А вот пакет. А можно я только после этого? Игра закончится, подморожу еще ногу. Да, да. Да болит, Дим, не могу. Где косточка? Ну, Дима! Ой, спасибо. На косточке. Да хватит тратить заморозку. Это я говорил игрокам в суете, которые до матча пощипал баллон. Да, да. Реально? Ну реально странно. Приходит там девочка, девочка изначально такая хромала. Он будет страдать, пожалуйста, не проходи. Это дорогое фон. 200 тысяч рублей или 150 сколько стоит? Салфетка. Блин, нет, здесь опасно. Можно войти? На тренировочной игре кричала рука. Это была у вас же рука? Или у нас была рука? Я не кричала рука. Я вот когда бы там был момент. Нет, вот там. Вот там, в нашей, в вашей штрафной. И тут такая рука. Я не помню вообще такого. Я еще Да, я еще похикала, думаю, судейский. Что-то судейского я невидимо проснулся. А мне показалось, что Рита руками сыграла. А, не, я вообще такой момент не помню на самом деле. Штатив. А где штучка от штатива? Там, слева. Слева. 9 или 7?
А вы завтра в Патриоте? Нет. А ты нет? Из дома будешь она вести? Серьезно? Я просто думаю, это 6-6, кто там, у кого хорошие прям составы сильные. Видишь, футболика совсем не задолбала сегодня. Они вообще как пришли, потренировались, сидят, отдыхаются, как и крепко. Да. Я не пью вино, Дима. Пей хоть литрами его. Не могу. Нельзя вообще. Да? Из алкоголя? Ну, сейчас трансляция закончится. Я тебе так скажу. Думаю, что Леша либо виски, либо... Очень, очень похоже с первым. Нет. Да. Хватит. Джин мне не очень нравится, он горьковат все. Блин, нет, если не нормально, тебе все ощущение, все лоб. Потому что там очень много сахара. И потому что я дома готов. И куча бутылок. Там такая ложь, длинная. Ложь, длинная. Ложь, длинная. Ложь, длинная. Конечно. Мы с Лерой сейчас оценили, как вы собрались на день рождения женской футбольной лиги без нас. И даже нас не позвали. Рождение женской футбольной лиги. Я знала, возможно, мне кажется, я спрашиваю. И она... Меня никто не звал. Нет, мы тебя не звали. Я и говорю. Так мы сидим. Юля еще дольше. Все такие в шоке были на утро, что мы что-то выложили. И Юля такая, да я даже репост себе сделал. Мы потеряли секс-карту. Садим потом на нос. Нет, было смешно. Товарищ судья. 6 минут. Спасибо.
Блин, короче, нормально, карты хватает на все 7 игр. Три с небольшим. Yeah.